Столица приходит в себя после мощного дождя. Весь минувший вечер и ночь коммунальщики устраняли последствия ливня. Накануне автомобили курсировали вплавь, деревья и остановки срывало ветром, а минчане при возможности снимали происходящее на видео. Одно из них поразило социальные сети. Минчанка выложила удивительные кадры. Разряд молнии ударяет в землю в полуметре от нее. Осознание опасности к девушке пришло позднее. По ее словам, физически она ничего не почувствовала. Разряд лишь ослепил на долю секунды. За такое экстремальное видео минчанку уже отругали близкие.